Доброго дня. Сегодня вот такая у нас вещица. Это, наверное, все-таки пресс-папье. Пресс-папье. Бывает она чисто латунная у меня есть там вместе с чернильницей. А это, наверное, более удешевленный вариант такой. Видите, здесь для красоты она латунная, так сказать, крышка. А видите, тут, наверное, как чугун. Только неизвестно для чего, зачем вот эти вот вылитые номера, наверное, видите. Потом здесь 4G4. Вот непонятно, что тут еще, да? Здесь R большая и D маленькая. Что тут еще может быть интересно? Ну, она так тяжелая, конечно, относительно. Ну, вот по размерам, сами видите. Да? Вот. Это выкручивается, конечно. Мы не будем ее выкручивать. Вот. Ну, а так, видите, какие штуки. Чугунную, не знаю, то ли они сэкономить решили, то ли так, может это что-то другое, может какой-то зажим, мне что-то почему-то непонятно. Ну и клеймо здесь вот есть, мы с него начинали. Ведь зачем такую продукцию клеймить, тоже как бы, ну для чего? Вон номер, видите, только вверх ногами, мы сейчас попробуем перевернуть. Где-то я его потерял, номер этот. Вот он. Где наш палец? Вот он. Ну, терли они, терли, но номер они не стерли. Так что, кто знает, подскажите. Вот такой у нас был пресс-папье. Так что, смотрите еще фото и смотрите следующие репортажи.